Активное развитие современных компьютерных технологий предполагает создание проектов, которые в перспективе будут удовлетворять потребности человека. К примеру, потребность адаптировать определенные программы с одних устройств на другие с помощью вычисления алгоритма. Сейчас очень актуальной является задача переноса алгоритмов с одного устройства на другое устройство. Простой пример. Нам хочется научиться переносить приложения, которые написаны на iOS, Apple, на Android. И вот как раз теория нумераций, теория, которой посвящен проект, решает задачу вот такой трансляции. Не одно какое-то приложение, там не Google карты в Google карты, а сразу во все. Проект направлен на исследование скорости трансляции. Ученые отмечают, что за последние 8 лет был определенный прорыв в этом направлении. Мы хотим получить метод, который вот по возможным двум комплексам программ говорит, можно ли один из них за разумно быстрое время транслировать в другой, или же доказать, что это невозможно. В команду проекта, помимо Марата Файзрахманова, вошли доктор физико-математических наук Искандер Калимулин, а также студент Рамиль Багавиев и доцент кафедры алгебры и математической логики Максим Зубков. Инициативу команды поддержал Российский научный фонд. Ученые победили в конкурсе на грант. На проект будет выделено около 1,5 миллиона рублей. Маргарита Михайлова, Алина Красильникова, Фарид Захитаглы, Универньюз.